На всех скоростях областные зимние соревнования по картингу снова состоялись на Слободской земле. Поклонники экстрима соревновались в 5 классах – пионер, кадет, национальный юниор, свободный, свободные шипы. На старт в каждом классе выезжало от 8 до 14 участников. Всего картингистов разных возрастов было более 40. Интерес захватывает. Кто-то из знакомых тоже занимается? Да. Кто? Друзья мои, одноклассники. В числе участников – спортсмены из Слободского, Кирова, Сыктывкара, Ижевска. По результатам состязаний слобожане без призов не остались. Так, в классе «Свободные шипы» наши земляки заняли первое и второе места. В командном зачете победа досталась кировчанам. Второе место у сборной ДСА в Слободского, третье занял Сыктывкар.